Решение заморозить активы экс-президента Виктора Януковича и его сына Александра было законным. Так решил суд ЕС в Люксембурге. Судьи отклонили апелляцию Януковичей. Те просили отменить европейские санкции, введенные против них. В решении суда говорится, суд не может сомневаться в обвинениях по конкретным случаям хищения государственных средств. К тому же Януковичи не предоставили никаких доказательств, которые опровергали бы эти обвинения.